Здравствуйте, дорогие ребята! Сегодня мы поговорим о том, что важно не только для каждого человека, но и для всей нашей Земли. Земля – наш общий дом. Посмотрите, как красив этот дом. Но нашему дому угрожает огромная опасность, выбросы в атмосферу, огромные кучи мусора. Все это мешает нашей Земле дышать и развиваться. И от нас с вами зависит, что мы оставим после себя – цветущую планету или кучу мусора. Уже сейчас на одного человека приходится целая тонна мусора. Весь этот мусор разлагается очень и очень долго. Вы закончите школу, пока разложатся деревянные отходы. Консервостроительный мусор начнет рассыпаться, когда закончат школу ваши дети. А резиновые покрышки будут отравлять природу 140 лет. Пластиковые бутылки не исчезнут и через 200 лет. А стекло переживет целое тысячелетие. Переработка мусора – наиболее рациональный способ утилизации всех отходов. Например, из 25 пластиковых бутылок может получиться целая флисовая куртка. Из 60-700 алюминиевых банок можно получить велосипед. 3 пакета тетрапак от сока или молока могут превратиться в шариковые ручки. А из макулатуры – и 60 килограмм макулатуры можно произвести 1500 тетрадей по 12 листов. Все эти чудеса происходят на специальных заводах, куда свозят мусор из мусорных контейнеров. Каждый из вас может помочь родной планете тем, что будет раздельно собирать все отходы. Посмотрите, пожалуйста, зеленая стрелочка, движущаяся по кругу, это мировой логотип, обозначающий рециркуляцию, символ переработки отходов. Ненужные вещи отдайте нуждающимся, используйте только экологичные упаковки, узнайте, что можно сделать из бытовых отходов. Сегодня мы узнаем, как из обычных бумажных втулок от туалетной бумаги можно смастерить очень полезную вещь – карандашницу. Для работы нам понадобится картон, цветная бумага разных цветов, 6 втулок, ножницы, простой карандаш, линейка, канцелярский клей. Вспомним основные правила техники безопасности при работе с ножницами и клеем. Пользуйтесь ножницами только с закругленными краями. При работе внимательно следите за направлением реза. Не работайте тупыми ножницами и не держите ножницами лезвиями вверх. Не оставляйте ножницы в открытом виде. Передавайте товарищу ножницы только ручками вперед. С клеем работаем только на подкладном листе. Клей наносится на рабочую поверхность только кистью. Берите то количество клея, которое требуется для выполнения работы на данном этапе. Излишки клея убираем тряпочкой или мягкой салфеткой. Кисточку и руки после работы хорошо вымыть с мылом. Итак, мы приступаем к работе. Шаг первый. Вначале нужно измерить размером втулки. По этим параметрам вырезать 6 отрезков из цветной бумаги разных ярких оттенков. Из картона нейтрального цвета подготовим основание, предварительно определив размер. Шаг второй. Нужно обклеить каждую втулку, каждый рулон ярким цветом. Далее мы смазываем основание втулки и фиксируем ее на картонной подставке. Следующий рулон приклеиваем снизу на основание, а сбоку предыдущему рулону. Повторить эти действия с оставшимися втулками. Втулки лучше клеить немножко криво, чтобы был более органичный вид. Смастерите гусеницу-мордашку. Для этого нужно из цветной бумаги или картона оранжевого цвета вырезать круг, приклеить или нарисовать глаза, ресницы и ротик. Усики вырезать из бумаги такого же цвета. Слегка подкрутить кончики и зафиксировать их на голове. Закрепить мордочку на первом рулоне. По желанию можно украсить вашу карандашницу различными декоративными элементами. Вот такая симпатичная карандашница у нас получилась. Еще раз обратите внимание на этот логотип. Это рециркуляция отходов, экологическая переработка отходов. Спасибо за внимание.